1943 год стал решающим годом наших побед. В течение 44 года от фашистских войск освобождены столицы советских социалистических республик: Вильнюс, Кишинев, Киев, Минск, Рига, Таллин. Дорогие друзья, вас пришла поздравить член Самарского регионального отделения Российского союза писателей, поэтесса Тамара Осипова. Встречаем! Моему отцу, капитану-интенданту Ковалеву Ивану Павловичу посвящаю: мой капитан в боях с врагами смерч вас не сломил, и вражьих пуль неутомимый рокот он армию своим борщом кормил, чтоб прямо к цели нас вели окопы. Половник вражий был врагами брошен, он им не нужен, думал интендант, он нам нужнее, будет им положен паёк солдатский твой назло врагам. Мы шли от Дона, мы от Волги шли, наперекор судьбе, на вере и надежде, ценою жизни, приближая дни, чтобы народ наш, когда народ наш заживет, как прежде. Он был солдатом там, на той войне, но не сложил оружие и в жизни. Трудом своим он завещал родне: служите честно дорогой отчизне.